это не больно, ты пока спой мне. Слышишь голоса подполья? У меня атомный реактор тлеет в руке. У тебя нож в муке и нога на каблуке. Эй, злющий запах доносит букет. Тлей, во мгле огонь четырех ракет. На руке надет кастет, на небе тебя простят. Мимо проходи валет, тут тебя не угостят. Проснись, в ожидании без сны. Реклама, двигатель прогресса, вы ее сыны. Зацени мой мир с фактами неоспоримыми. Я не твой кумир, просто вкуривай мысли мои. Люди стали мнимыми, достали нас правилами. Достаем стволы, их пора валить. Мир всем своим и легален дым. Кто бы не пиздел, рэп, чё будет андеграундным. Yeah. А я по-прежнему верю в кишечную палочку и другие бифидобактерии. Более-менее люди в телеке с молоду мерили, мерили и все равно целились в голову. Тут плохие намерения и парни намерения. За лихие суждения мне поверили. Я блуждаю по каналам в поисках рекламы. Телевизор многосерийный убийца для мамы. Что-то долбит перепонки, плюс что-то в бонге. Нам похуй, тренд дельта или группа продленки. Толстые или тонкие, мы вряд ли юзали памперс, но застали пеленки. Не причем тот, у кого на дне карманы новый дым, но в нем уже живут наркоманы. Мы мамонты, мы идем и скоро вымрем. В 12-м году в Макдональдсе весь мир вырвет. Петрозаводск андеграунд.